Добрый день, мои дорогие друзья! С вами Светлана Воронина и канал Светлана Воронина Вязание. В сегодняшнем видео хочу вам представить вот такой свитерок, который я довязала. Вот такой свитерочек идет. Этот свитерок связан для ребенка на 3-4 возраста, на 3-4 годика. Так, и значит, сейчас вам расскажу немного, как я его вязала. Значит, смотрите, вязался такой свитерок, ну это даже не свитерок, джемперок такой, из вот такой пряжи Camtex Карамелька серии Baby. Так, 50 грамм, 175 метров. Цвет серый, 169. Вот такая ниточка. И вот из этой же серии белая. Так, вязала я его для своего сына Матвея. Ему вот скоро в декабре будет 4 года. Но хочу сказать, что на 3 годика он чуть-чуть получился большоватый. Вот в 4 годика как бы будет он вполне нормально. Далее по видео я все расскажу вам, как я его вязала. Получился он вот такой. После обработки, после стирки пряжа очень мягкая. Если сначала как бы она была мягкая, но я сомневалась, что она будет еще мягче. А после стирки это вот такая приятная, мягкая пряжица получилась, ниточка. Вот эти олени у меня вышивались. Схему на таких оленей у меня будет в сообществе. Я кину всем, кому нужно. Эти олени я вышивала. Вот этот жаккард вязался. А вот эти олени у меня вышивались. Значит, вот такой свитерочек. Перед здесь вязался просто. Вот как бы ровно. Только вот здесь по шейке у нас пошли сокращения петелек. Спинка также вязалась ровно. Вот ровненькая спинка. Вот здесь для горловинки немножечко были убавочки. Но дальше по видео там все буду рассказывать. Рукавчики тоже набирались с кромочных петель. Убавочек здесь совсем немножко. Дальше по видео расскажу вам. И вот такие вот резиночки. Значит, второй рукав тоже вот такой. И здесь вот такая горловинка у нас получилась. Вот такая обвязка горловины. Вот такой резиночкой получилась. Значит, вот такой свитерок у нас. Ну, приступаем к вязанию. Буду рассказывать, немножечко объяснять, как все это вяжется. Так, вот такой перед у нас получается. Значит, здесь обычным способом набираем 96 петелечек. Провязываем резинкой 2 на 2, 13 рядов. Но при этом у нас 5-6 ряд мы вяжем белой ниточкой вот этой. Вот, провязываем мы, значит, здесь. Доходим до 5-6 рядочка, ниточку меняем на белую, если это кому-то будет нужно. Если вам это не нужно, оставляем вот так коричневым, серым цветом. Так, значит, провязываем мы все это дело 13 рядов резиночкой 2 на 2. И последний изнаночный ряд, вот когда вы будете последний ряд провязывать, провязывайте его всеми изнаночными петельками. Чтобы вот здесь нам получить уже лицевую гладь. Далее вяжем лицевой гладью.
Если вам нужно, через несколько рядочков можете провязать вот таким жаккардом. Если вам этого не нужно, вяжите либо дальше каким-то жаккардом узором, либо просто лицевой гладью, как это делала я. Здесь мы провязываем по нужной нам длине. Я провязала длину. Мне для моего ребенка на почти 4 года по длине нужно, ну вот, 37,5 сантиметров у меня идет длина. И начинаем. Вы вяжете, замеряете длину вот от горловиночки, где вам нужно оставить вот эту выемочку, и до конца, до длины, которой у вас должен быть свитер или джемпер. Вы вяжете свою длину. У меня это 37,5 сантиметров. А далее мы делаем следующее. Нам нужно оставить вот здесь горловинку. Я замерила по свитеру. А как я это делала? Вот у меня есть свитерок, который более-менее подходит Матвею хорошо. Я взяла свое изделие, замерила по этому свитеру и по горловинке. Вот здесь, как здесь идет горловинка, я замерила примерно по своим размерам, сколько мне нужно оставить средних петелек. И далее вот по этой горловине, чтобы у него голова хорошо проходила здесь, я убираю еще. У меня примерно получается это по 8 петелек отсюда. То есть, когда мы будем вязать, эти мы оставляем, уже не трогаем. Либо мы их закрываем, либо, как я, оставлю их, не буду трогать. Далее я отсниму видео и покажу вам, как я буду делать. Оставлю 8 петелек здесь. Их как бы, если здесь вы закрывали, то и здесь нужно будет закрывать по одной петелечке, когда вы вяжете вверх. Но я их буду оставлять. Я просто буду, когда вяжу, не довязывать одну петелечку, и она у меня будет оставаться, чтобы потом мне было хорошо снять все это на, когда буду вязать горловину, не набирать петелек закрытых, а они уже у меня будут готовые петелечки. Вот что я буду делать дальше. Значит, вяжем вот это, что мы провязали, и будем вязать далее. Итак, значит, что у нас получается? Провязала я, довязала перед, и довязала я спинку. Так, сейчас эту красоту убираю. Значит, смотрите, вот у меня идет перед. Провязываем до горловинки, там, где вам нужно. У меня это идет, сейчас посмотрим, ну, без ВТО. Итак, сейчас замерю. Без ВТО у меня идет 37 сантиметров до горловины. Здесь, смотрите, спереди мы оставляем. Сейчас я вам посчитаю и все скажу. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 петелечек. Оставляем. Я их не закрываю, я всегда просто оставляю. Далее вяжем одну сторону. Так. И оставляем здесь, значит, по одной петелечке 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 9 получилось. Так, 9 петель, да? Смотрите, как я их оставляю. Я провязываю рядок, да? Вяжу обратно петелечку, потом я не трогаю, начинаю вязать следующий ряд, а эту петелечку оставляю. Далее вяжу ряд и оставляю петелечку.
Вот, провязываем 9 петелечек, оставили здесь, замеряете. Если вы хотите, чтобы горловинка была поглубже, то можете вот здесь просто провязать еще несколько рядочков, и она немножечко будет поглубже. Также здесь тоже делаете, провязываете, и аналогично с другой стороны. Далее спинка у нас идет. На спинке также провязываем, и здесь мы примерно оставляем так 2 петелечки. Вот так, эти петли оставляем крайние. Сейчас скажу, сколько: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 петелечки мы оставляем, а затем вяжем одну сторону и оставляем еще одну, потом вторую петельку и провязываем 2 рядочка. И с другой стороны тоже оставляем одну петелечку, потом вторую, и 2 рядочка провязываем. Затем, значит, что я сделала? Я вот, видите, у меня спинка и перед. Я плечики уже связала, ну, соединяла иголочкой. Прям петельки брала, соединяла. Я их не закрывала. Можно найти в интернете способ такой закрытия петелечек. С одной иглы и с другой иглы иголочкой закрываете. И потом, значит, набрала я уже рукавчик. Рукавчик набрала прям по кромочным. Примерно посчитала ширину рукава. Ну вот, чтобы ребенку было удобно. Считаете свою ширину рукава. Сколько вам нужно? Так, ну у меня здесь, ну вот, где-то 16,5-17 сантиметров ширина. Набрала петелечек. У меня здесь, сейчас посчитаю, сколько петелек. Ну вот у меня получилось 79 петелечек на рукав. Но я думаю, что в течение того, как я буду вязать рукав, я раза 2-3, наверное, сделаю убавочки. Если по 3, это 79 минус 3, ой, минус 6, с двух сторон по 3 петельки. Это у нас получается 73 петли. Ну, а потом, когда возле резиночки в конце рукава, я просто провяжу все петельки по 2 вместе. И у меня получится там 30 с чем-то петелечек на резиночку. Я думаю, будет нормально. Ну, будем пробовать, будем вязать. Так, в общем, вот такое продвижение у меня пока по этому свитерку получилось. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях, задавайте. Будем решать ваши вопросы вместе. Так, девчонки, что значит у нас по свитеру получается? Один рукавчик я связала. Вот такой получается рукавчик у нас. И второй рукавчик вяжу. По рукавам у нас идет, значит, смотрите, вот здесь по кромочным отсчитываем где-то 25 петелек кромочных и набираем здесь на спице петельки. Одну кромочную полностью забираем, вторую кромочную 2 петельки из нее набираем. Здесь одна петелька, 2 петельки из одной кромочной, то есть через одну. И у нас получается таким образом, вот здесь по шовчику еще 2 петелечки набираем, и должно получиться 79 петель. Если у кого-то другого размера идет свитерок, то смотрите по ширине, но рукавчик набирается из кромочных и через одну. Одну петельку и из одной 2. Одну петельку из одной 2. Далее, значит, я провязываю здесь 42 рядочка.
это получается 21 кромочная петля вот здесь, и начинаю делать убавочки. С одной стороны 2 петельки, вот провязываю кромочную, 2 петли вместе, вяжу дальше лицевыми, 2 петли вместе, 1 кромочная. Далее провязываю 5 рядочков, это идет 1 изнаночный ряд, затем лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И в 6-м ряду опять делаю убавочки. То есть в каждом 6-м ряду делаем по одной петле с каждой стороны убавочки. И вот до нужной длины рукава. Далее, что я делала? Сделала убавочек, сколько мне нужно. А у меня их получилось, сейчас скажу. Ну вот, взяла свои записи, значит, у меня здесь получилось где-то 4 убавочки. То есть вот я провязала 42 ряда, затем 1 убавочка, затем 2, 3, 4 убавочка провязала дальше. И здесь у меня оставалось 60 с чем-то петель. В общем, я провязала каждые по 2 вместе, и здесь у меня примерно 36 петель, наверное, осталось. Я провязала резиночкой 2 на 1, то есть 2 лицевые, 1 изнаночная, и вот такая резиночка на рукавчике у меня получилась. Закрытие у нас идет, закрывала я с накидом, я покажу, как это делается на следующем рукавчике. Ну, в общем, вот такое. Вот так получается свитерок. Вот рукавчик тоже. Скоро буду делать резиночку и все вам покажу. Значит, по рукавам, смотрите, здесь были убавочки. Провязала 42 ряда я и сделала где-то 5 убавочек. А с одной и с другой стороны по одной петельке в каждом 6-м или 7-м ряду. Смотрите, как вам будет удобно. Вот, затем последний ряд провязала все, сколько было петелек, по 2 вместе. Получилось 30 с чем-то у меня петелечек. И провязала резинкой 2 на 2. Здесь закрывала с накидом. Эластичное закрытие с накидом. Далее, значит, здесь у меня набрала по горловинке петельки, вот здесь и здесь, а дополнительные петельки набирала вот по шву, провязала изнаночными петлями рядок, затем лицевыми петлями, рядочка 3, наверное, и провязала, значит, резинкой 2 на 2 и закрыла иголочкой. Вот такое вот получилось закрытие. Закрытие иголкой можно найти в интернете. Очень много способов закрытия. Закрытие с накидом также можете найти в интернете. У девочек очень много показывают, как вязать, закрывать. Так, ну вот такой свитерочек у нас получился. Вяжите с удовольствием, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем приятного просмотра, легких петелек. Если кто-то впервые на моем канале, вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. С вами была Светлана Воронина. Всем пока-пока.